Волк и найденыш. Кошмар. Раз уж ты наконец-то объявился, предлагаю сделку. Возьми нож. Ты знаешь, как поступить, чтобы я отпустил его. Блять. Чего смотришь? Кошмары никогда не снились. Те игрушки для собак. Эй! Я не разрешал сюда залазить, брысь! Иди к себе в комнату! Вот же, совсем не слушается. Ты принес их для меня? Угу. Этот мелкий... Неужели он меня успокаивает? Волк и найденыш. Рождество. Я бывший член криминальной группировки, которую прозвали Королем Волков. Недавно я подобрал странного ребенка, но сегодня он особенно странный. Тремя часами ранее. Гляди, это Санта-Клаус, старик, который дарит подарки людям по всему миру. Знаешь что-нибудь о подарках? То, что ты любишь больше всего. Столько, сколько захочешь. И сегодня как раз тот день, когда Санта их приносит. Поэтому жди. Ага, когда он не получит никакого подарка, его разочарованная моська наверняка будет очень забавной. Сейчас. О чем он думает? Уже поздно, пора спать. Уснул. Он не такой, как обычно. Может, заболел? Троица. Подарок! Что ему снится? Улыбается, как дурак. Hasta la vista, baby.